Что интереснее, компьютерные или настольные игры? Ответ на этот вопрос знают любители, которые собрались 30 марта в Тираспольском культурно-просветительском центре имени равноапостольных Кирилла и Мефодия. Компьютерные игры практически не играю, то есть я больше 10 минут, просто мне не хватает интереса. А здесь живое общение с людьми, с друзьями, то есть можно разложить игру, там пообщаться, как-то повзаимодействовать, видишь сразу реакцию человека. Как-то вот более в плане продуктивного, в плане общения это намного, конечно, интереснее, чем сидеть и смотреть в монитор. В наше время появились новые игры. Ticket to Ride, то есть билет на поезд. Да. А в чем смысл этой игры? Необходимо строить свой путь. Из точки А в точку Б. Кто играл? Это Dixit. В чем смысл игры? Ассоциация. Да, это ассоциативная игра. Суть в том, что один из игроков ставит карту на стол и говорит ассоциацию, которая указывает на его карту. Остальные игроки должны подобрать свои карты таким образом, чтобы ассоциации эти были связаны и с изображением на их картах. После этого каждый из игроков пытается угадать, какую карту положил первый игрок. Любители игр ожидают соревнования. Колонизаторы, Каркасон. Каркасон вот у нас сейчас через несколько недель будет чемпионат России. Этап чемпионата России будет проводиться у нас в Тирасполе в том числе. И победитель будет иметь возможность поехать в Москву и там представлять Приднестровье. Любой желающий может принять участие в новых встречах. Есть группа в социальной сети ВКонтакте. Собственно, она называется «Игра ПМР». Ее найти можно просто написать «Настольные игры в Тирасполе». И первая ссылка в Гугле – это будет ссылка на наш клуб. И там все время есть объявление о том, что когда будет следующая встреча и где она будет проводиться. Вы не знаете, как пообщаться и с интересом провести время? Приходите в клуб «Настольных игр».